Медаль в память 800-летия Москвы. Медаль учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1947 года. Это первая советская медаль, посвященная юбилею города. Это потом были учреждены медали в память 250-летия Ленинграда, в память 1500-летия Киева. На аверсе изображен рельефный профиль головы первого московского князя Юрия Долгорукого в шлеме. Изображение повернуто влево. В нижней части аверса полукругом надпись «Основатель Москвы Юрий Долгорукий». На реверсе в центре рельефное изображение Московского Кремля, под которым расположен окаймленный двумя знаменами, двумя лавровыми ветвями и оружием щит с серпом и молотом. Слева и справа от щита даты 1147 и 1947. В верхней части реверса полукругом вдоль канта надпись «В память 800-летия Москвы». Медаль изготовлена из меди. Диаметр 37 мм. При помощи ушка и кольца медаль крепится к пятиугольной колодке с булавочным креплением для ношения на одежде. Обтянута колодка муаровой лентой зеленого цвета с четырьмя продольными белыми и тремя красными полосами по обоим сторонам ленты. Медаль носится на левой стороне груди. При наличии других медалей СССР располагается перед младшей медалью в память 250-летия Ленинграда, обзор которой есть у меня на канале, и после старшей награды «50 лет советской милиции», обзор которой на канале у меня будет. Медаль изготовлена по эскизам главного художника фабрики Госзнака Ивана Дубасова. Если я не ошибаюсь, он же автор герба Белоруссии. Совместно с Самуилом Тульчинским. Всего награждено около 1 733 400 человек. Первым награжденным 10 июля 1948 года был секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. Медаль изготовлена на фабрике «Госзнак». Куплена за 800 рублей.